Незнакомый с заряженным Ford 150 Raptor. Фатальная ошибка. Оранжевый цвет с характерными для 37-й версии наклейками. 17-е легкосплавные диски с бедлоками. Под капотом V6 3.5 турбо мощностью 456 лошадиных сил. Светодиодная балка компании Rigel. И лебедка с дистанционным пультом. Металлический кунг трансформер с двойным открытием. Изнутри и снаружи. Раз, два, три. По-царски кофе завари. В кузове можно передвигаться. Здесь закреплено оборудование для внедорожья. Также под потолком переносной стол. Вдоль борта размещен рэмбокс. Музыкальная система Bang & Olufsen. Колонка здесь и в подголовник. Спортивные кресла, комбинированные из кожи и алькантары. Волшебный рычаг переключения передач. Камеры кругового обзора и розетка на 120 вольт. Сиденье трансформер заднего ряда с удобной многофункциональной нишей. Хотите приобрести такой автомобиль? Обращайтесь в компанию «Автохайк». Хейтеры, люблю вас. А я нет.